этой больницы, о ее перспективах, о вашем видении ситуации. Построили новый микрорайон. До 5000 населения. Дети, более 1000 человек. Жители обратились к губернатору с просьбой здесь организовать медицинскую помощь. Весь юбилейный поселок обслуживает 20-я поликлиника. Было принято решение открыть здесь филиал 20-й поликлиники. Вот вместе с строителем Леонидом Александровичем Песным и главным врачом 20-й поликлиники они потрудились здесь. Вот меньше чем за год здесь организовали амбулаторию врачебную. Два терапевтических взрослых участка и один педиатрический участок. И кабинет неотложной помощи. Кабинет вакцинальный. Кабинет электрокардиографии и физиотерапии. Поэтому я думаю, что вот такая амбулатория сможет на сегодняшний день удовлетворить в первой неотложной амбулаторной помощи жителей этого микрорайона. Дальше мы будем насыщать Волжский район, не до конца, так сказать, имея всю технику, всю диагностическое оборудование. Дальше мы планируем здесь и строительство все-таки большей поликлиники, и подстанции скорой медицинской помощи, чтобы помощь была здесь оказана вовремя, своевременно и в нужном качестве и количестве. Спасибо.